Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 16-го тура Ла Лиги Эльче-Реал Мадрид. Встречаются 14-я и 1-я команды текущего сезона. Очные матчи. Все 4 очные матча выиграл Реал. 3 из них на тотал больше. Статистика команд. Эльче в последних 10 матчах имеет 2 победы, 5 ничьих, 3 поражения. Реал в последних 10 матчах имеет 7 побед, 1 ничью, 2 поражения. Эльче последние 3 матча отыграл на тотал больше. Реал выиграл последние 6 матчей. Как видим, в последнее время Эльче чаще играет матчи, в которых и забивает, и пропускает. Реал Мадрид играет чаще низовые и нулевые матчи. В предыдущем туре Эльче сыграл 2-2 со Сосуной. Команды провели образцово-показательный матч игры на контратаках. Все 4 мяча были забиты после быстрых рейдов к воротам соперников. У Эльче было территориальное преимущество, но Сосуна намного острее атаковала, в итоге боевая ничья. Реал Мадрид обыграл 2-0 Гранаду. Как и ожидалось, хозяева имели тотальное преимущество. Гранада ставила автобус, который с большим трудом, но дважды сумели таки пробить сливочные. Гости, безусловно, идут явными фаворитами на этот матч. Команда Зидана сейчас набрала ход и выиграла 6 матчей подряд. Вряд ли у Эльче много шансов на то, чтобы взять очки в этом матче. Весь вопрос в том, какая это будет игра, низовая или результативная. Эльче немного забивает в домашних матчах, но Реал в выездах чаще пропускает, чем играет на 0. Поэтому здесь похоже будет что-то на 1-2 или 1-3. Из связки ставок тотал больше обе забьют «да» победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют «да» 2-0-0. На тотал больше 1-54, на победу гостей 1-28. Как видим, разброс по коэффициентам достаточно большой. Конечно же, самой ожидаемой и надежной ставкой является победа Реала. Правда, коэффициент на победу Реала стоит очень низкий. Ставка на победу гостей с форой минус 1 имеет коэффициент 1-41. На победу гостей с форой минус 1,5 – 1,86. Еще один перспективный вариант на эту игру – тотал больше 3 за 1,88. Если выбирать из предложенных вариантов, наверное, оптимальным выбором будет тотал больше 2,5 за 1,54. Скорее всего, команды планку в 3 гола пробьют, а коэффициент 1,54 очень даже ничего для такой степени надежности. Ставка на обе забьют «да» имеет гораздо более высокий коэффициент, чем тотал больше 2,5. И в этом сезоне Реал ни разу не побеждал крупно и в сухую. А у Эльче только одно такое поражение. Поэтому, скорее всего, в этой паре тотал больше и обе забьют «да» будут идти в связке. Поэтому выгоднее взять именно обе забьют «да», а не тотал больше, поскольку эта ставка имеет гораздо выше коэффициент. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.